Чествование лучших юристов года ежегодно – одно из самых главных событий всего юридического сообщества страны. Накануне оно прошло в столичном музее Победы на Поклонной горе. Ведущих представителей профессии наградили высшими правовыми наградами. Среди них и Всероссийская премия имени Михаила Спиранского, идея учреждения в память о выдающемся общественном и государственном деятеле, основателе российской юридической науки, родилась на Владимирской земле, родине Спиранского. Не случайно, что в этом году премию нашего великого земляка вручал председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. На торжественной церемонии он особо отметил значение награды. Это очень высокая премия, премия юридического сообщества. Она учреждена Ассоциацией юристов Российской Федерации по инициативе Владимирского регионального отделения юристов. Премия памяти Михаила Михайловича Спиранского, нашего величайшего земляка, который всю свою жизнь, в общем-то, посвятил делу служения нашему государству, который впервые в России сформировал свод всех законов. На самом деле, очень важно, что мы помним о этом величайшем человеке. Лауреатами премии Спиранского стали те, кто внес значительный вклад в развитие современного законодательства нашей страны. Ее обладателями в этом году стали первый вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Анна Денисова и главный научный сотрудник сектора философии, права, истории и теории государства и права Российской академии наук Владимир Графский. Лауреаты отметили, что премия Михаила Спиранского является символом преемственности в профессии и исторической связи всех поколений юристов России, о чем сегодня говорят и сами молодые правозащитники. Для нас действительно важно, чтобы наши дела и наши, скажем, да, вот заслуги, они были каким-то образом оценены, поддержаны сообществом. Именно здесь мы можем узнать о тех подвигах, которые совершили те или иные юристы, потому что это не только правозащитная деятельность, возможно, это общественная деятельность. В рамках торжественной церемонии были названы лауреаты главной юридической награды страны «Юрист года». Одной из наград за правозащитную деятельность удостоилась уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова.